колонна номер 62. В Испании родился самый крупный младенец за всю историю страны. Британская подданная, живущая в провинции Валенсия, родила девочку весом 6200, передает Интерфакс. Средний нормальный вес новорожденного колеблется от 2,5 до 4,5 килограмма. Для 40-летней Максим Мерин дочка стала четвертым ребенком, роды прошли нормально, женщине не пришлось делать кесарево сечение. Сейчас она на новорожденной чувствует себя хорошо. К этому часу у меня все, Камиль Фаткулин, Русская служба новостей. Русская служба новостей. Русновости. Наступает финал рабочего дня, а завтра вообще, к тому же, и пятница летняя. Так что всем должно поднимать настроение хотя бы это.